Итак, пап, суть идеи в следующем. Говорят, что это невозможно. Держать над бутылкой лицо и одновременно бросить туда горсть ментоса. Говорят, что происходит что-то вроде мышечного спазма, или что это невозможно. Это чушь! Сделай! Сделаю! Показывай! Я сделаю это, черт тебя побери! Итак, дед делает ментос-кола челлендж. Чё за хава? Это ментос-кола челлендж, и ты сделаешь это. Чё мне делать? Держи, пап. Теперь слушай меня. Итак, до того, как отпустить туда ментос, расположи свое лицо над бутылкой. Чё, прям над бутылкой? Да, прям над бутылкой. Ща, сигарету выброшу. Держи свою рожу над бутылкой. Вот так. И тем временем держи ее за горло. Вот так? Да-да. Да бля, ты меня уже з***л. Держи свое лицо и клади туда ментос. Я думал, ты не сделаешь этого. Ёбаный насос! Я тебя убью! Колобок ебаный! Почему? Убирайся отсюда нахуй! Сукин сын! Чё ты творишь-то? В жопу тебе засуну твой ебаный челлендж! Ублюдок! Чё тут такого, положи чуть-чуть ментоса в колу? Я сейчас тебе покажу чуть-чуть ментоса! Ты же сам этого хотел! Вали отсюда! Иди ты нахуй со своим ментосом и колой! Ебануться об асфальт! Тебе повезло снова. Уходите нахуй! Почему? По-вашему, это смешно? Нихуя не смешно! Валите отсюда! Стоп! Извини! Убирайтесь нахуй с моего участка! Извини! Никогда больше не приезжайте сюда! Не делай этого, сука! Не смей! Жаль, добавил мало ментоса. И это же все для смеха. Куда он прет? Что он собирается делать, Майкл? Что происходит? Заблокируй двери, Бриджит. Ты что творишь? Вылази отсюда, мешок с дерьмом! Ходу, Бриджит, давай! Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оценивайте, а также пишите свои положительные комментарии. Также заглядывайте на канал создателя данного видео, ссылка по аннотации и в описании. Ну а с вами был Илья, всем удачи!